Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах выбора зооситтера. Вы собираетесь в отпуск и не знаете, с кем оставить домашнего любимца, или, возможно, у вас напряженный период на работе, и вам необходим человек, который приглядит за животным в ваше отсутствие, и в том и в ином случае вам понадобится помощь зооситтера, человека, который будет гулять с вашим питомцем, ухаживать за ним, играть и кормить, пока вас нет рядом. Как не ошибиться при выборе такого важного человека? Давайте рассмотрим основные правила выбора зооситтера. Прежде чем выбрать зооситтера, изучите отзывы о нем, пообщайтесь с владельцами животных, которых зооситтер уже брал к себе на передержку. Ознакомьтесь с опытом работы специалиста, узнайте, какие требования он предъявляет к животным, которых берет к себе. Некоторые специалисты могут ограничивать круг пород, с которыми работают. Например, брать на передержку только собак некрупных пород. Если ваше животное будет жить в квартире зооситтера, обязательно ознакомьтесь с предлагаемыми жилищными условиями. Узнайте, сколько еще животных будет жить с вашим питомцем, где ваш любимец будет спать, есть и играть. Убедитесь, что в помещении чисто и безопасно для вашего животного. При личном контакте с зооситтером обращайте внимание на его поведение. Хороший зооситтер обязательно проявит ответственность и заботу, ни в коем случае не будет агрессивен по отношению к вам или вашему животному. Он узнает всю необходимую информацию о животном, с которым он будет работать. Во сколько ваш питомец засыпает и просыпается, что любит кушать, какие игры предпочитает играть. Также зооситтер со стажем напомнит вам о вещах питомца, которые вы должны не забыть привезти вместе с ним. Прежде чем оставить животное у зооситтера, проведите несколько встреч вместе со специалистом и питомцем. Вам необходимо убедиться в том, что ваше животное принимает нового человека. Кроме этого, питомцу важно перед вашим отъездом привыкнуть к своей зооняне. Обязательно заключайте договор с зооситтером. Все-таки здесь идет речь о жизни и комфорте вашего питомца. Не выбирайте дешевых зоонянь. Как правило, со снижением цены снижается и квалификация специалиста. Ищите зооняню, идеально подходящую вам по соотношению цена-качество. Таковы основные правила выбора зооситтера. Следуйте им, и пусть ваш питомец переносит ваше отсутствие максимально комфортно, насколько это возможно для него. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!